Всем привет! Меня зовут доктор Анна Бекер, и я генеральный директор компании Indotech. Мы поставляем торговые технологии на несколько рынков, и у нас есть прекрасные продукты в криптовалютах. В будущем мы будем предоставлять еженедельные новости из нашей собственной студии, которая сделана, чтобы помочь инвесторам понять динамику рынка и, более важно, описать, как технология работает на различных рыночных условиях. Один из вопросов, периодически всплывающий, алгоритмическая производительность за последние несколько дней, поскольку основной рынок криптовалюты стагнирует в боковике. Так как мы находимся в середине июня, мы участвовали в двух крупных движениях на крипторынке. Бычье движение, медвежье движение, и теперь мы находимся в боковом движении. В процессе бычьего хода мы взяли биткоин и эфириум, и даже альткоины. Во время медвежьего движения нашим победителем был эфир, а затем биткоин, и вышли из альткоинов. Система учит нас, что высокая волатильность приводит к отсутствию предсказуемости и достаточной ликвидности во время бокового движения. В боковом движении рынка мы каждый раз брали несколько просадок. Маленькие – от 2 до 4%. Боковое движение рынка – это самый сложный период для следования за трендом алгоритма. Когда рынок идет вверх, алгоритм пытается покупать на дне и продавать по максимуму, что дает от 20 до 80% прибыли. Когда рынок идет вниз, алгоритм пытается продать на максимуме и купить на минимуме, в результате получая 20-50% прибыли. Но когда рынок идет в боковике, это выглядит, как будто он разворачивается каждый раз, когда мы совершаем сделку на покупку или продажу. И это разочарование для инвестора видеть такие сделки. И увидеть такую потерю, нет возможности для алгоритмов избежать такие трейды. Мы называем это ложными прорывами. В трендовых системах мы наблюдаем от 20 до 40% прибыльных сделок, в то время как другие 60% или даже 80% сделок будут убыточны. Наша стратегия в том, чтобы ограничить количество ложных сделок и ограничить уровень каждой потери. Давайте посчитаем. Если вы сделали выигрышную сделку, которая принесла 50% прибыли, теперь системе разрешено принести до 10 сделок, каждый из которых проиграет 5%. И вы все еще будете прибыльными на этом этапе. Наша система нацелена на максимум 6 последовательных проигрышей, поэтому на недавнем боковом рынке мы совершили в общей сложности 3 убыточные сделки, в результате которых потеряли 10%. Поэтому мы довольны такими результатами. И мы уверены, что наши алгоритмы будут продолжать работать на криптовалютных рынках, как на рынках с высокой волатильностью. Мы рады сообщить, что на данном этапе развития проекта DeSi мы готовы ввести тестирование моделей на рынке Форекса, как с дневными, так и с долгосрочными стратегиями. В этой модели захватывающая часть для Indotech в том, что мы внедряем основную систему искусственного интеллекта в DeSi в нашу фирменную систему технического анализа. В следующей встрече мы будем обсуждать эти новые системы Forex как ежедневной, так и в долгосрочной стратегии. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на следующей неделе. Global Star Club. Возможности безграничны.